Привет, привет! Хочу представить вашему вниманию очередное чудо от китайских разработчиков. Это часы Watch. Почти как iWatch, только без i. Потому что китайские. Вот. Упакованы добротно, в пупырку. Тут тоже пупырка, все качественно. Шел заказ месяц. Чуть больше. Вот так вот круто все выглядит. В таком вот полиэтиленовом приятном на ощупь конвертике. Такие вот часы черного цвета. Мужские, классические. Ничего лишнего. Так, часы не ходят. Стрелка не шевелится. А тут надо вот эту штуку вытащить. О! Пошли, да, все круто, все, часы заходили, вот такие вот часы, так, водонепроницаемые написано, сталь, черные, нержавейка, такой вот браслетик, на руке смотрятся вот так вот они. Ну, неплохо, неплохо за свои деньги. Здесь бы они у нас стоили раза в 2-3 дороже, чем в Китае. Ну, я эти часы плюсую. Не знаю, сколько они поработают, но так внешне они вроде как ничего. Ну все. Если вам нравятся часы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Александр. До новых встреч. Всем удачи. Пока.